Святой апостол Иоанн Богослов, любимейший ученик Иисуса Христа. Он единственный остался рядом с Господом, распятым на кресте, и единственный из них, кто не познал мученической кончины, дожив до глубокой старости. Ему Спаситель доверил попечение своей матери Марии, о которой апостол заботился до последних дней ее жизни. А после Успения Богородицы Иоанн, как и другие ученики Христовы, отправился проповедовать. Делом проповеди было и дошедшее до нас записанное им 4 Евангелие. Память этого удивительного человека, которого не напрасно величают богословом и тайнозрителем судеб Божьих, почтила накануне церковь. Праздничное богослужение в Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского Кремля возглавил митрополит Тобольский Тюменский Димитрий. Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную любовь и чистоту жизни. И именно любви, любви Господней к человеку, любви между чадами Божьими, посвящал святой Иоанн множество своих наставлений. Вся тайна его богословия раскрыта истине, что Бог есть любовь. И обладая любвеобильным сердцем, Иоанн Богослов познал эту истину, открыл ее. И Господь избрал его любимым учеником. Что такое любовь? Любовь – это божественный дар. Любовь – это способность человека усвоять себе другое существо. И вот любящий человек, в первую очередь, усвояет любовь к Богу. Ибо сам дар любви – это дар божественный. И если это есть в нашем сердце, то нам открывается Господь. Тогда мы по отношению к ближнему относимся с великим божественным даром любви. Пример этой любви показал сам